Всем привет! Приехал я сегодня по грибы. Уже солнце садится почти, так как целый день был занят, время не было. Все-таки решил вечерком съездить, думал ехать, не ехать. Вот машина наша стоит, это высоковольтная. Поставили под высоковольтную, здесь такая дорога протоптанная. Пойдем искать. Вон туда далеко. Грибы. Здесь я был 2 дня назад. Набрали груздей, наверное. Ведра 4 10-литровых. Вот опять решил здесь походить. Солнце уже вон у нас на самом горизонте, думаю. До темна как раз время походить будет. От дома это у меня получается 30 километров сюда. Может немного меньше. Так что будем ходить до упора, покуда не стемнее. Там уже потемно до дома. Основная дорога, трасса здесь недалеко. Наверное, метров 300 туда, 500 где-то. Даже машины слышно. Здесь, где мы идем, особо-то не было никогда работок. Пойдем на молодой лес. По молоднячку что-нибудь да найдем. Несмотря на то, что уже поздняя осень. Сейчас уже такое, наверное, 18 октября. Если я не ошибаюсь. Грузди черные, зеленки еще растут, так что будем собирать все, что попадется. Вот даже лисички произрастают. Но осенние лисички это хорошо, забираем. Нахожусь я на юге Беларуси. Здесь недалеко граница с Украиной у нас. И вот сегодня было 22 градуса тепла. После затяжных дождей и холода потеплело. И передают еще будет неделю, наверное, так. Это вырвалось под зеленка. Под зеленку забираем. Только что поломал ножку. Такая мясистая, хорошая. Под зеленочка у нас. Вот еще. Да и не одна. Вот у нас под зеленкой, вон целое семейство. Будем забирать. А не, это не под зеленка. Ошибся. По шляпке похоже. Но это под зеленка у нас. А это так что-то. Также и это не под зеленки. Пойдем дальше. Так вот, пока теплый, еще можно поездить по грибочке. Хотя их уже и немного, но все равно есть. Также я еще не успел, холода пришли. Забрать у пчел полоски. От клеща ставил, обрабатывал. Ну, вот, думаю, сейчас потеплело, так позабираю завтра уже, так как сегодня занят был целый день в разъездах. Завтра слазим к пчелам, заберем полоски эти. Они даже уже одну и сами вынесли в улье, сумели
выгрести, так как они деревянные. Видно, мешают, надо на зиму забирать. Весной я обычно от клеща не обрабатываю уже. Вот осенью обработал, а там они лето протянут до осени опять, чтобы не было химии улья летом при медосборе. И между работой вот удается нам сходить в лес. Вот на этой стороне высоковольтной линии груздей не видно. Может, зеленки будут поищу. Вот уже к дороге следующий пошел. Весь лес дорожка. Вдоль и поперек. Видно, машина проезжала. Не одна, наверное, две. Где-то. Думаю, грибы еще поставались. Пойдем посмотрим. Вечером в лесу поинтересней будет, чем днем. Нас мусора кто-то набросал. Что-то в этой территории ничего нету у нас. Пройдем до высоковольтной, довернемся назад. А вот грусть большой. Не знаю, брать его, не брать. Ну ладно, не будем. Может, где помолодеть что найдем. Всякие это все грузди уже тоже старые. А вот. Беленький снизу нормальный. Будем брать. Наверну зеленку вверх шляпкой. Так. Это наша высоковольтная. Сейчас вот лес заготавливаю. В этом году и в том сосновый пилильщик развелся. Перегрыз весь лес вокруг. Вот выпиливаю еще подряд. Вон наша машина далеко стоит там. Такие вот бронышки.
Здесь молодой густой лес у нас. Это очередная лисичка. Нож рассыпался наш. Да, уже, конечно, все в лесу выбрали. То, что раньше было. Но все равно что-нибудь да попадается. Да и просто интересно походить, поблудить. Прошлый раз был, так еще даже белого нашел. Вот еще лисички. Наверное, если будет тепло, так и грибы опять могут пойти расти. Не знаю, будем лисички забирать на поджарку. Смотрим по сторонам, что-то там произрастает. Это волнушка. Нетоптанная полянка. Если погода не испортится, наверное, на днях поеду по старых местах, еще пройдусь. Там зеленки, козы растут даже. Вот, опять лисичка. Лисички немного все-таки попадаются. Уже темнее, так что на нашем аппарате съемка не очень будет. Я имею в виду по качеству, по резкости. Конечно, если бы с камерой был, съемка качественная была, наверное, не пользовался, не знаю. Вот лисичка у нас крупная такая. Немного что-то нашли. А вот еще лисичек. О, что-то еще таки. Лисички начали расти уже. Думаю, если тепло, побудем недельку. Так и что? Поездим немного. Не столько ради грибов, сколько ради интереса. А грибы это второстепенные у нас.
у нас банка валяется. Алюминий. Какого года? Восемьдесят восьмой, что ли? Плохо видно. 2 рубля цена. 88 сверху. 16.03.88 года. У нас 90-х годов банка. Заберем банку. На металл, на алюминий пойдет. Заодно и мусор в лесу валяться не будет. Это интересные тут полянки. Лес невысокий. Это, наверное, метров до 6. Даже меньше. Вот. Метра по 4 сосенки такие. Это молодняк. Еще дома стоят споры в бутылке горбов. Вот эти споры надо рассеять взять. Под зеленки. Будем забирать. Если кто не знает, что за грибы такие, это они такие вот зеленые снизу, зеленоватые, а сверху серенькие. Кажется, они, не они. Я все-таки я не знаю. Это вот у нас подзеленка, да, конкретная подзеленка. А такие-то непонятные. Наверное, подзеленки просто. Пластинки покрупнее. Короче, заберем там, разберемся. Ну, скорее всего, что подзеленки. По крайней мере, удобные, наверное. Вот я что. Да, похоже на подзеленки все-таки. Машина где-то идет. А здесь у нас свалка. Кто-то выбросил так. Металл. Железо. Алюминий валяется. Ну это, не знаю, это уже помойка натуральная. Иногда что-нибудь полезно выбрасывать. Я как-то нашел герб старый был. Из меди белорусский. Продал его. Как мне помнится, наверное, долларов за 30. Также в лес ушел. Была свалка. И герб. Это с пограничного столба кто-то выбросил.
следами от гвоздей. Не поленился, забрал. Так-никак. Копейка вышла какая-то. Ну, конечно. Пришли до дороги мы. Вот такая дорога у нас идет. Это Гомельская область, Беларусь. Дорога Житковичи. И в ту сторону пошла на Глушковичи. В сторону Украины. На Левск. Знаю, может на ту сторону сходить. Раньше туда не ходил, еще по этой. Машина поехала. Возле дороги все выбрали уже. Сходить, не сходить на ту сторону. Давайте сбегаем все-таки. Покуда машин нет. Такая вот дорога пошла. В ту сторону дома моего. А в ту сторону это на Украину можно ехать. Здесь недалеко. Наверное, километров 50 остается. На этой стороне каких-то грибов море. Это банка в ведре. Шума создает только. Не знаю, на этой стороне ничего не будет. Полоска вот молодничка. Сюда ставили. Ну, пройдемся по новых местах. Поправил банку эту алюминиевую. Вот по старом лесе особо-то ничего не видно. Зайдем сюда назад. Солнце село уже. Темнеть начинает. Это у нас загнило что-то. Это большегрузная приехала. Где-то микроавтобус ехал по дороге. Сегодня грибов мало, зато машин много. Большегруз едет. Щебенку с карьера возят у нас. Щебенку сел. Короче, с гранита. Разную лабуду. Что это за грибок? Это серый, непонятный. Кто знает, что такое? Подскажите, будем знать. Вот большегруз наш.
со щебенкой поехал. Следом еще один. К нам сюда за щебенкой ездит за 300 километров даже. И дольше. Дальше. Только шума наделали. Кажется, вечером в лесу надо, чтобы тихо было. А тут только машину за помойки вокруг. Пойдем обратно на ту сторону. Подальше от дороги. Тут только шумно тут. Эти выбрались обратно. Немного пробежались оттуда. Зайдем с этого бугорка. Уже дальше. Темно будет скоро. В лесу здесь. Темнеть начинает. Пораньше, чем на дороге. Так что, думаю, будем заканчивать на этом. Побегаю по-быстрому. Друзей еще поищу. Так как с фотоаппаратом неудобно. Надо хотя бы ведерко какое нарезать. Если, конечно, они еще будут. Ну вот. Груздик. Молоденький. То вот за это время, за полчаса, еще что-то собирали. Пойдем, значит, грузди искать. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Комментируйте. Ну, всем до свидания. Удачи.